Друзья, всем привет! Хочу спеть песню, которую я пела еще в подростковом возрасте. Нашла тетрадочку свою старенькую. Песня называется «Островок». Я плыл под парусом удачи, и поражения не знал. Но стало все совсем иначе, мой парус буре обвешал. Корабль мой разбит волнами, я с бурей спорить так устал. Оставлен лучшими друзьями, я веру в счастье потерял. Но есть средь бури островок, где нет волнений и тревог. Надежен каменный утес, там ждет меня давно Христос. Но есть средь бури островок, где нет волнений и тревог. Надежен каменный утес, там ждет меня давно Христос. Направил путь издалека я к долгожданному причалу, и жизнь свою начал сначала, ведь наша жизнь так коротка. Я страх оставил и сомнения, на этот остров поспешил. Нашел я в Боге утешенье, покой и мир души моей. Но есть средь бури островок, где нет волнений и тревог. Надежен каменный утес, там ждет меня домой Христос. Но есть средь бури островок, где нет волнений и тревог. Надежен каменный утес, там ждет меня давно Христос. И кто сказал, что карантин — это плохое время? Это время вспомнить все то, над чем мы трудились раньше. Слава Богу! Очень благодарна, если послушаете, хорошая песня. Что есть средь бури островок. Аминь.